Пережить жару белорусам помогают спасатели и волонтеры Красного Креста. Сегодня на улицах столицы и других городов дежурят мобильные пункты, бесплатно раздают воду в местах массового скопления людей, возле остановок общественного транспорта и торговых центров. Медики и спасатели напоминают о мерах предосторожности в жару и готовы оказать первую помощь тем, кто почувствовал недомогание. Мы еще раз объясняем гражданам, как нужно вести себя в жаркую погоду. Мы объясняем, что нужно надеть, какую одежду выбрать. Мы объясняем, как оказать первую помощь себе и людям, если получили тепловой или солнечный удар. Хочется напомнить, что употребление алкоголя в жаркую погоду, а также курение, они крайне вредны здоровью. Мобильные пункты открыты в самые жаркие дневные часы. В распоряжении каждого до 1,5 тонн питьевой воды, и запасы постоянно пополняются.